приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. 2 недели назад я рассталась с мужчиной, все началось с того, что он начал мне предъявлять, что я что-то не договариваю, потом стал говорить, что я не хочу серьезных отношений, когда мое терпение уже лопнуло после наезда на него, он сказал, что я могу уходить, он меня не держит. Прошел еще один день, я спросила, приедет ли он, в итоге за час до встречи он написал, что поедет работать на вторую работу. У меня было 4 выходных, и за все эти дни он не проявил желания увидеться. Еще написал, что ему надоело все и вся. Вот, в итоге я от него ушла, теперь он сидит на моей странице, ставит лайки и смотрит сторис. Стоит ли ему что-то писать, как понять его поведение? Смотрите. Первое, о чем я хотел бы, наверное, вас спросить, это то, вот как вы, собственно, отреагировали на расставание с человеком. То есть, ну вот, как вы отреагировали, да, на то, что вы больше не вместе, вот, и что, вот, ну, по сути, больше не встречаетесь, вот, и так далее. То есть, как вы на это отреагировали, как вы на это реагируете сейчас? То есть, вы чувствуете, ну, что вас там бросили, вы чувствуете, что вас предали, вот, вы чувствуете, что вам больно от того, что там, к примеру, произошло, вот, и так далее. То есть, вот, давайте попробуем на этом пока что. Зафиксироваться. Попробуем на этом. Для начала. Вот. Это первое, о чем бы я хотел спросить. Потому что в зависимости от ваших чувств, в зависимости от ваших эмоций, на эту ситуацию можно смотреть, ну, по-разному, вот. То есть, ну, вот. Значит, ну, в определенном случае можно смотреть на эту ситуацию под одним углом, но в определенном по другим. Дальше. Вы говорите о том, что человек, значит, вот, ну, начал ни с того ни с сего вам, значит, предъявлять, да, вот, что вот, что-то вы не договариваете, и, значит, ну просто начал вам, значит, предъявлять претензии, грубо говоря. Вот. Опять же, очень важный момент. Уверены ли вы, что это, ну, действительно ни с того ни с сего было? Вот. То есть, уверены ли вы в том, что это было ни с того ни с сего? Потому что, ну, нет ли здесь такого, что человек просто вот, ну, грубо говоря, там, терпел, да, что-то, да, вот что-то, ну, что-то, что его не устраивало, вот, он терпел, и вот, значит, ну, взорвался. Грубо говоря, взорвал. Вот, то есть это такой момент здесь, может быть.
Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, да, насколько вот, ну, доверительными ваши отношения в целом, ну, являлись, вот. То есть, ну, доверяли ли вы друг другу, да, если доверяли, то как, вот, словно говоря, ну, как это доверие, вот, формировалось, вот, на чем ваши отношения основывали, да, то есть, что вас, ну, объединяло, вот, то есть, ну вот, что вас связывало, что общего между вами было, вот, хотелось бы, конечно, вот, на эти вещи, очень бы хотелось на эти вещи обратить ваше внимание, ну, просто потому что это довольно-таки важно, вот. А дальше вы говорите о том, значит, что, вот вы пишете, что ваше терпение лопнуло, и вы на него наехали. А как вы сами к этому относитесь, к тому, что вы наехали на него, да? Вот, то есть, ну, считаете ли вы, что тут все в порядке, и что ваш наезд на него абсолютно оправдан, да, или все-таки вы как-то, ну, с этим, допустим, не согласны. Вот. И так далее. Вот. А следующий момент. На который я бы хотел обратить ваше внимание. Заключается в том, что вот вы говорите, что он сказал, что, ну, что вы можете уходить, вот, и что, значит, он вас, ну, не держит. И вот далее вы как бы ждете встречу с ним. А насколько обоснованно вот, то, что вы ждете встречи с человеком после вот того, как он сказал вам, что вы можете уходить, и в целом вы на него наехали, да? То есть, вот, ну, вот такой момент. Давайте тоже его рассмотрим. Вот, если вы не против, вот, потому что это очень важно. Вот, то есть, насколько были оправданы ваши ожидания? Вы как бы жалуетесь, ну, очень похоже, по крайней мере, что вы жалуетесь на человека. Вот, а у меня вопрос в этом смысле именно вот к вашим ожиданиям. Ну, насколько ваши ожидания, да, оправданы здесь. А дальше вы говорите, что он не приехал, ну, не приезжает на встречу, да, говорит, что там у него работа, значит, вторая, он уезжает на вторую работу. Вот. И у меня здесь вот
какой вопрос к вам появляется. Вы пишете о том, что вы ушли от него, да? Чем это продиктовано, что вы от него ушли? Нет. Я совсем, я совсем не в том смысле говорю, что вы не должны от него уходить. Вот, ни в коем случае, ни в коем случае. Речь не идет о том, что вы не должны от него уходить. Я просто больше говорю о том, на что вы опираетесь, выбирая вот от него уйти. Вот. Дальше, теперь он сидит на моей странице, ставит лайки, смотрит сторис, стоит ли, понять, стоит ли ему писать, вот. Спрашиваете вы, а чего хотите вы, собственно, сам, вот. То есть вы сам ему писать хотите, вот, или нет, или как? Потому что, грубо говоря, если вы хотите написать, да, вот, то, нужно написать, вот, что вы ему можете написать, да, то есть, о чем, вот, дело в том, что, а если это не, вот, грубо говоря, какие-то извинения, допустим, да, вот, но с вашей стороны, что вы там хотели что-то другое сказать и так далее. Если это не его извинение с его стороны, вот, то о чем-то говорить. Вот. А если как бы, если не обсуждать ничего, то есть если вот, если не проговаривать, если не проговаривать, вот, того, что произошло между вами, вот, то, как бы, ситуация, она просто-напросто повторится еще, она будет еще повторяться, эта ситуация просто, вот. Вполне возможно, в более таком, знаете как, в более, таком безобразном, если можно выразиться, ключе, вот, то есть это, вот, очень большая вероятность, что это будет, вот, по нарастающей идти эта история, потому что, вот. У меня нет такого ощущения, да, у меня не возникло такого чувства, что вы там хотите, что вы готовы
слышать друг друга, вот. То есть у меня вот не возникло такого ощущения, что вам, ну, что вам хочется слышать друг друга. А вот, что вы можете это сделать, по крайней мере, что вы можете услышать друг друга. А вот, и соответственно, ну вот я вам вот в этом смысле и пытаюсь донести вот свою позицию, вот, которая, ну, на мой взгляд, в принципе, вот, вполне прозрачна, но вот хочется, по крайней мере, в это верить, что для вас моя позиция прозрачна. Вот. И, соответственно, вы уже для себя из этого сделаете какие-то выводы. Вот. Как-то так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, вот, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, если у вас такое желание возникнет, да? Вот. Будем рады вам помочь. Обращайтесь. Всего самого доброго вам.